Привет-привет, друзья! Сейчас в этом видео мы разберем одну из самых-самых популярных мелодий. Это будет мелодия Эда Ширана, песня Perfect. В этой мелодии будет три части. Первая часть – куплет, далее припев, который может сыграть абсолютно любой человек, даже тот, кто никогда вообще не играл на пианино, полный новичок. И далее продолжение припева, очень-очень красивое. И я, как очень часто бывает в моих видео, покажу три варианта левой руки. Ну и, друзья, прежде чем начать, сразу призываю вас переходить и подписываться на канал Boosty, чтобы не потерять со мной связь. Я также напоминаю, что я начала вести свой канал на Рутубе, и также я есть на Яндекс.Дзене. Это все источники, где вы можете меня найти. Итак, давайте я сначала проиграю всю мелодию, и далее мы с вами приступим непосредственно к разбору.
Итак, друзья, давайте теперь приступим к разбору самой известной и самой запоминаемой части, непосредственно к самому припеву. Итак, давайте приступим к разбору правой руки. Правая рука у нас начинает играть с ноты Си первой октавы. Тот, кто не знает, как его найти, находим тройные встроенные черные клавиши. От крайней правой черной клавиши прыгаем вправо. Это и будет нота Си. Начинаем играть с третьего пальца. Нажимаем Си, затем вниз идем Ля вторым пальцем, Соль первым пальцем. То есть получилась такая у нас ступенька вниз. Си, Ля, Соль. Затем мы нажимаем ноту Си три раза третьим пальцем. Раз, два, три. Давайте соединим все вместе. Сыграли. Далее повторяем все то же самое еще раз. Отлично. Далее мы проигрываем снова Си, Ля, Соль. И далее, смотрите, мы поднимаемся чуть выше и нажимаем четвертым пальцем До, затем Си, третьим пальцем, Соль, первым пальцем. И играем Соль, Ля, Си, третьим, Ля. Давайте проиграю этот кусочек сначала. Отлично. Теперь давайте все соединим вместе и проиграем с самого начала. И после того, как мы это сыграли, мы проигрываем все-все с самого начала. Теперь давайте подключим левую руку. В левой руке мы будем проигрывать следующие аккорды. Первый аккорд – Ре, Соль, Си. Далее – Ми, Соль, Си. Далее – До, Ми, Соль. И Ре, Фа, Диез, Ля. Каким образом будем проигрывать? Первые три ноты проигрывает правая рука. На Си нажимаем первый аккорд. И правая рука играет. На Си следующую меняем аккорд и играем Ми, Соль, Си. И держим. И правая рука продолжает играть. На До нажимаем аккорд До, Ми, Соль. И на Ля проигрываем последний заключительный аккорд. Давайте проиграем все с самого начала. После того, как мы это разучили, повторяем то же самое еще раз. И можем чуть-чуть уже ускориться.